Спонсор астропрогноза – компания РТА Телеком. Овен, сегодня вы будете отлично ладить с окружающими и сможете легко найти себе деловых партнеров и друзей. Также вы можете браться за новые дела. Телец, в этот день вы будете рисковать деньгами вместо того, чтобы найти им лучшее применение. Интуиция поможет вам найти правильное решение. Близнецы, немало времени и сил у вас сегодня отнимут многочисленные споры. Не стоит тешить свое самолюбие и портить отношения с близкими людьми. Рак. Сегодня у вас будет снижена деловая активность. Вы будете мечтать вместо того, чтобы действовать. День хорошо подходит для семейного отдыха. Лев. Вы можете оказаться в самой гуще каких-то интересных событий. Пригласите ваших близких совершить небольшую экскурсию или поездку. Дева. Постарайтесь сегодня сосредоточиться на исправлении своих ошибок. У вас появится шанс это сделать. Вечер вы сможете провести в хорошей компании. Весы. Сегодня у вас появится шанс прояснить недоразумение и решить сразу все накопившиеся проблемы. Будьте осторожны с финансами. Скорпион. Возможно, сегодня вам придется совершить поездку, принять участие в рабочем совещании и встретиться с деловым партнером. Стрелец. Сегодня отличная возможность подвести основные итоги вашей деятельности. Сделайте акцент на результатах своего труда. Козерог. Ваша деловая интуиция сегодня чрезвычайно остра, а заключенные сделки принесут вам немалую прибыль. Со всеми делами вы справитесь отлично. Водолей. Этот день постарайтесь посвятить занятиям, которые потребуют от вас внимания к мелочам. Оставьте в стороне негативные эмоции. Рыбы. Большую часть дня придется посвятить повседневным хлопотам. Ваша фантазия сегодня будет безгранична. Я – гора мышц. Я – сплав титана и стали. Я решаю, что будет завтра. Я хочу… пироженку! РТА Телеком. Выбирай то, что нужно. Проспект Строителей, 67. Телефон 8 800 550 90 27.